Zombie apocalypse. Всем привет, с вами Влад. Сегодня мы будем играть в игру под названием Cat Mario 3. Эта игра такая все веселенькая. Давайте начнем с первого уровня. Надеюсь, все будет хорошо, только эта игра очень громко орет. Боже, здесь вообще неудобно играть. Ладно, давайте со... Как мне лагать-то? Пельмешки какие-то у меня снизу. Ну-ка. О нет, я не хочу тебя. Снова начинаем. С этого ужасного... Начал! Так. Ха! Идемте слово. Так, все, мы прошли. Теперь мы не промахнемся. Ха! Хана вам! О, смотрите, спаунпоинт уже. Боже мой! Минус один? Серьезно? Что, бесконечно нужно играть? Да! Снова упал! На этот раз я не упаду. Ха! Так. О, вы какие хитрые! О, нет! Да блин! Боже мой, я тут застрял! Ладно, придется прыгать вниз. Блин, почему так? Что за фигня тут творится? Пойдемте снова. Этот раз мы... Нет, блин, боже, снова эта фигня. Ребята, теперь мы точно не должны туда провалиться, потому что я не знаю, почему так у меня все получается. Так. Все, надоела эта игра. Уже минус 6. Блин, достал как меня это уже. Пошли туда. Так, я не упал. Я не упал. Ха! Ха, на вам. Да блин! Ух, я не провалился. Так, облако, злое облако. Так, берем сразу мышку, чтобы не мешало нам. Ничего нету? Да блин! Боже мой! Снова эти пельмешки. О, да, я крутой, я знал все. Да блин! Что за фигня? Все, на этот раз я не промахнусь. Ахаха, попался. Попался, ванчоба. Так, блин, опять вы, заразы. Все, на этот раз я точно не промахнусь. Вот оно. Так, давайте. Меня убивают моментально. Опять я упал в эту яму. Так, ребята, кажется, был какой-то звук. Ну ладно, наверное, какой-то звук был, я просто кажется. Мне кажется, показал что-то. Если вы, кажется, слышали этот звук, просто напишите в комментариях. Так, прыгаем. Заразы, заразы, заразы. Так, выскочат, бежим. Ха-ха, я победил. То есть не победил, наконец я от вас избавил. А теперь прыгаем. Ура, флажок. Ура, я молодец. О, да ладно. Ребят, я уже почти выиграл. Вот только вот эта фигня пристала ко мне. Только я уже забыл, как она выглядит. Блин, что за фигня? Так, осторожно. Сразу делаем так. Вонючее облако. Да блин, зараза вы. Как вот так вот можно минус 17 накопить? Вот. Ура.
наконец-то! Да блин! Так, ребят, смотрите, вот снова сейчас перемешки вылезут. Давайте. Блин, достали, как вы меня! Так, снова пробуем, блин, тут под пыль такой. О, наконец-то! Я вас убью! Все, даже убить их невозможно! Все, мы да, на этот раз не должны. Так, бежим. Так, давайте. Все, мы на этот раз ничего не пропукаем. Все, ура! Наконец-то! Давай! Осторожно! Так, все, снова идите туда, в свое дело. А я все! К вам больше не прикоснусь. Так, нет, нет, нет! Боже мой! Ладно, ребята. Это уже слишком далеко зашло. Почему этот уровень нельзя никак пройти? Только домик сразу фигня. Ладно, надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте свои лайки. Подписывайтесь на мой канал, хоть это и такое короткое видео. Но я уже так не могу терпеть. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Надо радоваться. Не надо напрягаться, надо радоваться. Не надо напрягаться. Хорошо. Замечательно. Прелестно.